Парк Захарова – любимое место для прогулок и семейного досуга. Скоро он станет еще более комфортным для посещения. Здесь строится павильон, в котором будут кафе, зона для детского отдыха, туалеты и раздевалки. Глава округа Андрей Иванов проверил ход работ и внес ряд замечаний, в основном по внутренней планировке помещения. Ну, это и небольшая ошибка. Так ошибка исправляется. Надо исправить, инженерное решение. Помните. Думаете, как, но... Ну, есть варианты. Возведение павильона глава держит на личном контроле. Все замечания подрядчики обещают учесть и ошибки исправить в ближайшее время. Все должно быть максимально удобно для гостей парка, подчеркнул глава. Сюда любят приезжать родители со своими детьми, начиная с самого маленького грудного возраста. Поэтому в павильоне в обязательном порядке предусмотрена детская комната и комната матери и ребенка. Для того, чтобы родители могли погулять. И рядом будет кафе, в которое можно будет зайти, поесть горячую еду всей семьей. Приезжайте, будем рады. Работы предстоит еще немало. Между тем, территория парка уже сейчас радует ухоженностью. Аллеи, уютные лавочки ждут гостей. В вечернее время дорожки освещают фонари в пушкинском стиле. Также оборудована удобная парковка. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».